Программа номер 2 курса «Гибкость». Начинаем из положения стоя. Положение стоя, ноги вместе, вдох. Согнули колени, повисли макушкой вниз, выдох. Живот и нижние ребра, и грудная клетка лежат на бедрах, на коленях. Руки могут быть на полу. Посмотрели вверх, вдох. Ушли макушкой вниз, расслабили шею. Перехватили сзади себя за голень, прижали ближе себя к голени, вдох. Если получается, довыпрямляем колени, если нет, колени согнуты, выдох. Если получается, не отрывая грудной клетки. Здесь вдох, выдох, шея расслаблена, вдох, выдох, третий вдох, выдох. Приподняли голову, руки на полу, вдох. Широкий шаг левой ногой вперед, выдох. Отступили правой ногой назад. Расстояние ширины таза между ногами, вдох. Раскрыли грудную клетку. Потянулись руками вперед и вверх, выдох. Здесь дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки на полу, вдох. Отступаем ногой назад, выдох. Широкий шаг правой ногой вперед, вдох. Отступаем левой ногой дальше, выдох. Руки через стороны раскрыли грудную клетку, вдох. Потянулись руками вперед и вверх, выдох. Дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Третий вдох. Выдох. Руки на полу, вдох. Отступаем правой ногой назад, выдох. Ложимся на живот, вдох. Вытягиваем нижние ребра, выдох. Легли и прижали предплечье к полу, локти к бокам, вдох. Оттянули носки. Приподнимаем грудную клетку. Раскрываем плечи, лопатки назад, выдох. В этом положении сфинкса дышим, вдох. Нижние ребра на полу, выдох, вдох, выдох, третий вдох, выдох, легли, вдох, ставим ноги широко на пальцы, выдох, руки перед собой, вытягиваем нижние ребра, вдох, и потянули поясницу, выдох. Ставим еще пошире ноги, если есть возможность. Пальцы ног на полу, вдох. Вдавливаем пальцы ног в пол, приподнимаем бедра, колени. И поднимаем руки к плечам, выдох. Здесь дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладони на полу, ноги вместе, вдох. Отжались, вышли ногами вперед, выдох. Ложимся на спину, вдох. И вытягиваем руки вдоль коврика наверх, выдох. Поднимаем ноги вертикально, вдох. И кладем стопы в ладони в плуг, выдох. Расправляем плечи, лопатки в стороны, вдох. И поднимаем ноги вверх, свечку можно невысоко, выдох. Здесь дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Возвращаем ноги, стопы в ладони, вдох. Раскатываем спину, опускаем ноги, выдох. Ставим пятки по бокам от таза, вдох. Приподнимаем таз, руки остаются вытянутыми вдоль коврика наверх, выдох. Ставим ноги вместе, вдох. И поднимаем правую ногу вверх, стопа на себя, выдох. Не дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Третий вдох. Выдох.
вернули ногу вдох по центру. И левая нога вверх, выдох. Выше нога, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Нога к ноге, вдох. И положение сидя, выдох. Это была вторая программа в режиме 3 дыхания в асане. Либо расслабление в положении сидя, потом в положении лежа, либо переходим к следующей, третьей программе. Здесь вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Допустимо делать подольше паузы между программами на распределение, либо совсем их не делать.